Всем привет, ребята! С вами распаковочка упаковочки. На дворе у нас 14.09.23. И сегодня я буду рассказывать, что же я такого заказала на Озоне. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь. Сегодня мой ролик будет очень-очень быстрым. Я постараюсь прям говорить быстро-быстро-быстро и все показывать. Поэтому сори, если вы любите длинные и долгие, прям как я. Поэтому начнем. Начнем. Первый товар у нас в пакетике, остальные все без пакетиков, я имею в виду именно вот такого плана. Отдельно, кстати, покупала я 4 пакетика, по-моему, они по 5 рублей, то есть 20 рублей это все составило, но здесь в кадре я их сейчас не показываю. Я думаю, в принципе, все уже, практически все уже знают, как они выглядят. Раньше бывали и большие, и маленькие, и средненькие, по-моему. Я не знаю, вот как насчет маленьких, да? Но вот в данный момент мне выдали только средние пакеты. Все они были одного и того же размера. Та-дам! И первая моя покупочка, вот то, что лежало в пакетике, это была флешечка. Да, это флешечка от компании Perfeo, серебристого такого вот оттенка. У меня много флешечек от Perfeo. Ой, господи, что случилось? Кокос пытался ко мне тут пролезть, и что-то у него не получилось, да, скажи. Вчера такая же, да, система была, и вот сегодня что-то. Что-то кокосик, может быть, прибавил в весе и не может запрыгнуть, такой тоже может быть. Или что-то упало, да? Кокос, что-то упало, признавайся. Я знаю, что Стас, если узнает, будет не в восторге, но я в восторге. Знаете почему? Потому что мне... Я знаю, для чего я покупаю ту или иную вещь, да? Я знаю, для чего она мне пригодится и почему я покупаю именно ее, вот. Поэтому, ну, как бы... Стас, конечно, может сказать там какие-то слова по этому поводу, но я все равно, как бы, знаю, да, для чего я это беру. Поэтому я беру это с большим-большим удовольствием. Кто-то меня в этом плане поймет, кто любит всякие такие штуки, кто-то, возможно, нет, потому что я понимаю, что жесткий диск, он и выгоднее, да, покупать, и он большой, но для меня как-то хочется, чтобы и жесткие были, да, жесткие диски, и флешечки, потому что это все равно, ну, как бы, короче, ладно, это долгая тема, ребятки, поехали дальше. Во всех остальных роликах вы тоже можете найти мои покупочки всяких вот таких вот флешечек различного объема, различного цвета. Вот. Мне практически все они нравятся. Ну, то есть они мне нравятся-то все, просто какая-то из них, одна или две, точно оказались, ну, бракованными. Какая-то из них в начале, ну, прям в самом своем начале, а какая-то... Уже когда она была заполнена материалами, и для меня был шок. И, может быть, дело не в ней, я не знаю, в чем это... Было до конца, до сих пор не знаю, в чем дело, вот, и я такая, блин, как так, они никогда не ломались, ничего с ними не было, и тут с одной вот случилось такое. Короче, вот из всех-всех, я считаю, что это хороший показатель, то есть всего две у меня было таких вот, ну, такого неудачного опыта, да, а вот все остальные вообще класс. Дай бог, и это будет хорошее, так сказать, не испортят статистику. Называется следующий товар, тоже не особо обрадует нашего Папиту. Ну, мы так иногда друг друга называем, Папита, Мамита. Вот, ну, знаете, что я считаю? Вот насчет этого я могу тоже объяснить. Я так объясняю. Ну, в принципе, я просто вот привыкла, знаете, объяснять самой себе, там, ну, если надо, там, другим, да, вот почему или вот что я там покупаю. Ну, просто мне кажется, я всегда совершаю обдуманные поступки, и когда мне говорят, типа, а зачем, а чего... Я могу объяснить это вот все от А до Я. Называется не потому, что мне нужно кому-то что-то, там, не знаю, отчитываться, объяснять, но я просто хочу, чтобы окружающие понимали мою логику действий, скажем так. Пункт первый. Я соскучилась именно по овсяной каше «Доброе утро» с абрикосом. И пункт два. Я пока что не знаю такого товара, который есть вот подобный. Возможно, он где-то действительно существует, без сахара. Ну, тут с добавлением сахара, видите, меньше сахара и звездочка. Ну, хорошо, хоть меньше, потому что мы сейчас не употребляем сахар, по крайней мере, стараемся, ну, какие-то другие продукты покупать. Но мне нравится этот удобный формат, вкусно, все классно заваривается, короче, я поэтому и взяла. Хотя стараюсь брать, ну, изредка такие вещи. Ну, и третий, да, третий пункт, это каша сама меня нашла снова. Вот, я, если честно, ее прям не искала, хотела ее поискать, но она сама меня, кажется, нашла. То есть купить у меня в эту покупку, да, вот в этот раз, у меня было в планах. Но она, мне кажется, сама меня, правда, разыскала. Та-дам! И следующий у нас товар — это маечка такая, футболочка, так скажем. Знатно тут, конечно, ее заколбали, и я поняла, что она как будто бы, ну, как списанная или что-то такое, я вообще не поняла. Та-дам! Вот такая вот цена была. Я ее покупала за то ли 438 рублей, то ли как-то вот так вот она стоила.
Да, это все компания твоё, мы, в принципе, всегда выбираем от них. Та-дам! Мне понравился рисуночек. Я такая, блин, такого рисунка я никогда не видела. Надо брать. Это, во-первых. А во-вторых, я такая думаю, ну, на худи у меня не хватит. Нужно прям добавлять. И из худи там, по-моему, ну, не особо какой выбор был. Там была одна штучка, но я такая подумала, ну, надо думать, короче, брать ее, не брать. А тут прям, знаете, все совпало. Но я не помню, вот эти вот расходящиеся линии, да, они как бы были заявлены или нет? Я думала, рисунок будет сплошным. А может быть, это действительно часть дизайна. В любом случае, мне нравится. Хорошо, что с ней все в порядке. Вот, вот так вот она издалека выглядит. Из нее выпало вот это вот что-то, остаток, частичка бумаги. Кстати, я думаю, Стас обрадуется, потому что то худи я уже все отдала ему, потому что он больше, оно, он подходит ему по размеру. И Стас так обрадовался. Я говорю, а что, почему я бы тебе и так отдала, если бы он тебе был по размеру, вот. Ему было так приятно. Потому что сначала, мне кажется, он, ну, не мог понять, почему я хочу ему именно дать, хотя, в принципе, мне подходит. Я говорю, нет, мне кажется, большевато будет, а вот тебе в самый раз. Так, быстренько покажу, что еще осталось. Еще осталось пайеточки, набор полотенчиков. Вот эта штука, она уже, видите, розовая. В прошлый раз мы, по-моему, голубую брали. Набор фетра белого цвета. И вот такой вот комплект тетрадочек, который я вообще первый раз увидела на Озоне. Do you want to be bright? Так, ну а теперь будем по порядочку, да? Товары для рукоделия, могу сказать вам, дорожают. Прям вот дорожают. И мне кажется, это продолжится тенденция. Вроде так-то он белый. Да, мне кажется, мне нравится это качество. Но пока что вот так вот. Там есть, конечно, и жесткий, но я жесткий специально не брала. Брала вот такой вот. Мне, в принципе, средний нужен был. Не жесткий, не мягкий. Вот что-то среднее. Из-за того, что наполнитель дорогой, в этот раз я не смогла его взять. Ну, хотя это уже тенденция действительно такая. Не знаю, может быть, в следующий раз получится взять хотя бы несколько упаковок. То ли 154 рубля стоят вот такие пакетики, которые я раньше покупала. Ну, понятно, я покупала их давно и по совершенно другой стоимости, но все же.